В Одинцовском округе до 12 апреля проходит всероссийская онлайн-акция «Моя любимая сказка». Стартовал конкурс 2 апреля в Международный день детской книги. Его приурочили к открытию портала «Культура для школьников.рф». В рамках онлайн-марафона известные деятели культуры, среди которых актеры Нонна Гришаева и Дмитрий Дюжев и многие другие, предлагали школьникам прочитать авторские сказки и сказки разных народов России и поделиться видеороликами в социальных сетях. После подведения итогов самые яркие чтецы получат памятные подарки.